Всем доброго здоровья! С вами Владимир Колесников. И сегодняшняя тема. Как правильно насадить мотыля на зимнюю удочку, на мормышку и крючок. Давайте посмотрим, как я это делаю. Ну, давайте посмотрим, что мне для этого понадобится. Конечно же, понадобится мотыль. Ложим его. Достаю свою мормышку. А у меня всегда насажена мормышка. Вот сейчас это вот такого образца большая мормышка. И крючок. Я всегда так рыбачу. Давайте посмотрим, как я насажу мотыля вот на эти две снасти. Я всегда ложу вот сюда на коленку. Вот вы видите, да? И заложу на коленку. Беру мотыля. Изначально беру штук, наверное, 8-9. Много. Убираю мотыля на пол. На лед. Так. Теперь. Вот на этот большой крючок. Это вот такая большая груша, она очень тяжелая. Я насаживаю всегда вот так мотыля. Посередине два хвостика торчит. Еще раз посередине. Два хвостика торчит. Еще раз, уже третий мотыль. Не жалеем мотыля для первой насадки. Это очень важно, приманить рыбу. Вот уже пятый. И шестого мотыля я уже насаживаю вот так вот. Смотрите, взял половинку, темным концом закрываю жало. Все, я насадил мормышку. Теперь у меня есть летний крючок. Я всегда пользуюсь летним крючком. Но здесь я делаю немножко по-другому. Одного я насаживаю, конечно, вот так же, да? Одного я делаю длинного. Прямо туда торчит. Смотрите, как вышло. И последним я тоже уже до середины, чтобы закрыть вот этот весь крючок. Вот видите, да? Насаживаю его. И прикрываю все жало крючка. В принципе, вот такая насадка. Это у меня всегда я вот так насаживаю. Ну и теперь давайте посмотрим. Мой первый заброс. В луночку. И поглядим. При этом глубину я еще не ставил. Здесь мелко, и по сути это все. Все, можно рыбачить. Такой маленький показательный ролик, как насадить мотыля на мормышку и на крючок при зимней рыбалке. Я думаю, видео вполне полезное для начинающих рыбаков и хороший способ обсудить, кто как насаживает наживку при зимней рыбалке. Будет очень интересно, как это делаете вы. А с вами был Владимир Колесников. Всем ни хвоста, ни чешуи.